516 человек в Дагестане получили положительный тест на коронавирус за минувшие сутки. 97 госпитализированы, 542 выздоровели, 10 скончались. Таковы официальные данные оперштаба региона. По последней информации Минздрава, вакцинированы более 1 миллиона 160 тысяч человек. Роспотребнадзор призывает население быть осторожными и соблюдать санитарные меры, а правоохранители напоминают об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации.